На этот раз выборы депутатов городского собрания Сочи проводятся по 15 многомандатным избирательным округам. Число избирателей, по данным комиссии, увеличилось в Сочи на 22 тысячи. В основном жителей больше стало в Хосте и в Адлере. Особенностью проведения данной избирательной кампании является то, что в ней будут участвовать большое количество политических партий. По данным Минюста Российской Федерации, на территории Краснодарского края зарегистрировано 69 политических партий, и из них имеют право участвовать только 67. Имеют право выдвигать своих кандидатов более 600 общественных организаций, зарегистрированных на территории края. Также будут приниматься заявления от самовыдвиженцев независимых кандидатов до 29 июля. И уже к 8 августа будет полностью известен список зарегистрированных кандидатов. Теперь заменен на досрочное голосование. То есть, так же, как и на муниципальных выборах, досрочное голосование состоится и по выборам депутатов городского собрания Сочи, и по выборам губернатора. И будет оно проводиться со 2 сентября по 12 сентября включительно в помещениях участковых избирательных комиссий. В одних районах будет представлено 3 кандидата в депутаты, в других 4. Но каждый сочинец наделен только 3 голосами, то есть может в избирательном бюллетене поставить не более 3 отметок. А в целом в новый состав городского собрания Сочи будет избрано 50 депутатов. Елена Овсецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.